Детское радио представляет. Спортивная программа. Всем физкульт привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сегодня я решил рассказать вам об одном легендарном богатыре, но не об Илье Муромце, о писателе, но не об Александре Сергеевиче Пушкине. Это будет не сказка, а быль. О спортсмене, которого весь мир признал самым сильным человеком на свете. Человек этот – наш великий штангист-тяжеловес Юрий Петрович Власов. Если бы вы встретили его на улице, никогда не признали бы в нем силача, у которого 31 мировой рекорд в тяжелой атлетике. Скорее решили бы, что этот большой, подтянутый дяденька в очках – школьный учитель литературы или даже писатель. «Так писатель или штангист-силач-чемпион?» – спрашивает Света. Отвечаю – силач-штангист-чемпион-писатель. Но давайте все по порядку. Детство будущего олимпийского чемпиона проходило в непростое время. Шла Великая Отечественная война. Людям тогда приходилось очень нелегко. Порой даже еды не хватало. Из-за этого маленький Юра часто болел. А когда война закончилась и жизнь стала налаживаться, Юра и болеть перестал, и окреп. К 15 годам дорос он до 185 сантиметров. И полюбил спорт, как и многие мальчишки того времени. Юра ходил во все секции подряд. Лыжи, коньки, плавание, бег, толкание ядра. Ядро – это ведь не только оружие древних, но и спортивный снаряд, Марина. Металлический шар размером примерно как средний кокосовый орех бросали кто дальше. В общем, чем только Юра не занимался. Всем, кроме, вы не поверите, тяжелой атлетики. «Скукота!» – говорил он друзьям, которые как раз тяжелой атлетикой занимались. «Тягайте эту скучную штангу. Никакого ума не надо. Да неинтересно и все». Друзья обиженно сопели. Знали бы они, что совсем скоро будут восхищаться успехами своего друга. В жизни многое происходит случайно. Как-то тренер Юрия Власова по толканию ядра сказал ему: «Толкаешь, Юра, ты ядро хорошо, но не так, чтобы очень далеко. А чтобы толкать очень и очень далеко, надо немного потолкать штангу». «Правильно, Федор, молодец, ты знаешь. Главное в соревнованиях штангистов, кто поднял на вытянутых над головой руках более тяжелую штангу, тот победил». И делают это двумя способами. Называются они «рывок» и «толчок». «Ну, надо толкать, значит, буду толкать», — ответил тренеру Юра и начал рвать и толкать. Толкать и рвать. И так это ему понравилось, что Юра начал выигрывать соревнования одно за одним и устанавливать рекорды. В 24 года Власов уже заслуженный мастер спорта. Это очень высокое звание. В 25 лет Юрий Власов, двукратный чемпион Европы, приехал в столицу Италии, Рим, на Олимпийские игры, где по привычке побил действующий рекорд и выиграл золотую медаль. Ему присвоили звание лучшего спортсмена Олимпиады и наградили титулом «Самый сильный человек планеты». Итальянцы буквально влюбились в русского силача. Когда он улетал домой, полицейским пришлось перекрыть половину улиц. Поклонники просто не давали Юрию проходу, брали автографы, обнимали, восхищались. «Белиссимо, Юрий! Перфеттаменте!» Какой вес поднимал Юрий Власов? Штангу весом более 200 килограммов. Считай, не маленького такого медведя мог бы поднять и на вытянутых руках вверх. Ну а теперь готовимся загибать пальцы, считая далеко не все титулы Юрия Власова. Итак, олимпийский чемпион и призер Олимпиады, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион нашей страны, 72 рекорда, в том числе 31 мировой. Вот такой он наш легендарный богатырь Юрий Петрович Власов. Юрий Власов был не только сильным, но и умным. Мама Юры работала в библиотеке и часто брала маленького сына на работу.
Ну, а чем еще заниматься в библиотеке, как не читать книги? Ну, вот Юра и читал. А когда вырос, стал книги писать. Приходил с тренировок и сочинял ночами. Так что, если хотите быть такими же сильными, как Юрий Власов, надо тренировать не только тело, но и ум. Тело тренируем в любом из физкультурно-оздоровительных комплексов, что строит по всей стране компания «Газпром». А ум – читая книги. Юрий Власов, кстати, написал их более 20. И о спорте не забывал. В 70 лет поднимал 185 килограммов. Вот так! С вами был спортивный комментатор детского радио «Захар». Всем оле-оле! Спортивная программа.